Согласно плану боевой подготовки на 2021 год в военно-морских силах Азербайджана состоялся конкурс на звание «Лучший дивизион кораблей». Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Основная цель конкурса – дальнейшее повышение боевой подготовки подразделений, развитие знаний и умений военнослужащих по специальности и профессиональной деятельности, а также определение лучшего дивизиона кораблей. Конкурс прошел в три этапа. Сначала был организован осмотр личного состава вооружения и техники, после чего были проверены организация службы войск, воинской части и условия хранения материально-технических средств. В заключение оценилась боеготовность подразделений, выполняющих нормативы по огневой подготовке и другие тактические нормативы. После проведения итоговых результатов победители были награждены.